Друзья мои, привет! Вы на канале Александра Тика, и сегодня у нас на распаковке очень много мелких вот таких вот посылочек, поэтому я не счел нужным каждую из них отдельно вскрывать, и вот такая будет массовая распаковка покупок, сделанных 11 ноября, собственно, когда был Всемирный день холостяка. Это все мелочевки, но для кого-то может быть полезным это все. Лично для меня это будет полезно, потому что большая часть этих посылок куплена для моего смартфона, либо для смартфона моей жены, либо для смартфона коллеги. Итак, начнем. С чего мы начнем? Ну, давайте с самых тонких посылочек мы начнем. Это вот такие. Все эти посылки пришли, значит, разными почтовыми службами. Какие-то из них пришли новой почтой. Какие-то пришли Укрпочтой, и международно пересылались они тоже различными перевозчиками. Какие-то почты Китая, какие-то почты Нидерландов, какие-то еще там различными перевозчиками. В общем, это все не важно, пришло все в срок, так что вот такие вот дела. Итак, приступим, не будем тянуть долго. Вскрываем, и что у нас в первой нашей посылочке? Недооткрыл. У нас тут куча различных пленок. Так, значит, вот это все мы уберем в стороночку и смотрим. У нас тут, значит, написано, что это защитные пленки для мобильного телефона. Имеются, значит, сами пленки. И, собственно, салфетка для протирания. Заказал я для своего личного телефона. У меня, напомню, телефон Leico Changer S1. Стекол, к сожалению, на мой телефон практически нет. А те, что есть, они не полноэкранные. То есть они не закрывают даже видимую область экрана. Надеюсь, что пленки. Ну, собственно, видите, с пленками такая же проблема. Все это из-за того, что экран имеет такие скругления, 2,5D стекло. Собственно, из-за этого пленка не полноформатная. Ну да ладно, я думаю, каким-то образом я разберусь с этим вопросом и приклею так, как оно есть. Собственно, давайте отложим и перейдем к следующей покупке. Я подозреваю, здесь такое же самое, но разница есть лишь в одном. Какая-то из этих пленок, она такая, как бронированная пленка, а в какой-то такая, наоборот, очень тоненькая. Заказывал у разных продавцов для того, чтобы сравнить их в итоге. Так, убираем, значит, это все в стороночку. Следующая пришла, кстати, в такой же самой упаковочной картоночке. Но, как видите, вот они выглядят немножко по-другому. Вот это, наверное, пленочка будет немного потолще. Но по размеру, как видите, она точно такая же, не закрывает весь экран. Давайте сравним, одинаковые ли они по своему размеру. Ну, есть небольшая разница. Совсем небольшая, но в принципе они практически идентичны. Хотя вот если переложить этой стороны, они вообще один в один. Да, вот я просто не той стороной прикладывал. Вот если приложить их идентичными сторонами, то по размеру они совершенно одинаковые. Так, это тоже не очень интересно. В общем, у ссылочки я укажу, и вы будете знать, где вам купить пленки на телефон, если у вас такой телефон, либо Leico Lepro 3. У них совершенно одинаковые размеры, и поэтому я думаю, что пленки тоже совершенно одинаковые. Далее у нас чехол, судя по всему, но пока не знаю, на какой телефон. Кстати, тоже на мой. Чехлов тоже, кстати, не очень много. Заказал я уже целых 3 чехла. Вот один из них пришел.
Вот так вот выглядит. Ну, кстати, не сильно он и портит внешний вид телефона. Покажу вам отдельно телефон. Вот так вот весь залапанный, потому что весь металлический. Вот так вот выглядит аккуратненько телефон. Очень тоненький, 7 мм всего в толщину. Но страшно, что я могу уронить его и немного повредить. Поэтому заказал чехол. Заказал вот один такой силиконовый и два таких поплотнее, как резиновых. Ну, на первое время, я думаю, для защиты моего телефона и этот сгодится. Приклею к нему еще и защитную пленку и, думаю, будет нормальный вариант. Так, давайте дальше разбираться. У нас тут следующая посылочка, еще один чехол. Так, судя по всему, разрезал очень много пакетов за один раз. Обидно, досадно. Ну ладно. Надеюсь, сам чехол не повредил. Такой чехол я заказал своей жене. Давайте померяем на ее телефон. У нее Xiaomi Redmi 3S. Покупался в прошлом году тоже на 11.11. Ссылочку могу оставить и на него. Но смотрите, как вот аккуратненько выглядит с ее телефончиком. Все хорошо и прекрасно. Сканер на своем месте, камера тоже нигде не задевает, собственно, наш чехол. Все служебные разъемчики открыты, доступны, все хорошо. Кстати, я не посмотрел на своем. На моем тоже динамики открыты, микрофон открыт, порт для зарядки, сканер, камера, вспышка. Все служебные входы и порты доступны. Это прекрасно, кстати. Ну, они, кстати, даже по ощущениям примерно одинаковые. На вот этом, правда, имеется вот такая текстура нарисованная, и она немного ощущается, она такая более шершавая. Здесь же просто матовое такое покрытие, но в целом качеством я доволен и одного, и второго. Этот, не, ну, этот я специально брал черный, потому что телефон у меня черный, а жена любит более светлые картинки, узоры, и вот я вот такой вот женский рисуночек ей заказал. Я думаю, ей понравится. Убираем это тоже в сторонку. Открываем, что же у нас дальше. Дальше, я думаю, у нас еще один чехол. Меня попросили заказать на iPhone то ли SE, то ли 5. Я уже не помню. Ну, в общем, ссылочку я тоже оставлю. Там есть на все iPhone всех моделей. Вот чем интересен этот чехол? Тем, что он из вот такой вот мягкой резины, во-первых, а во-вторых, что на нем вот такой вот код антистресс. Если вам скучно или вас что-то раздражает, вы можете вот так вот брать и тискать этого кота. Очень интересно и на самом деле заставляет отвлечься. Прикольная штука. Вот смотрите, мягкий силикон такой. Хочется его жмакать. Тоже имеются все вырезы под камеру, под триггер. И вот тут для зарядки и для выхода звука все есть. Кстати, очень приятный на ощупь. Тоже вот такой вот плотный силикон. Я думаю, прекрасно будет защищать от падений и, как я уже сказал, отвлекать от стрессовых ситуаций и от негативных воздействий. Скажем, на работе вас кто-то расстроил, сели, расслабились и пожмакали киску. Ну, немного вульгарно звучит, но я имел в виду вот эту киску. В общем, и перейдем, наверное, к нашей последней посылочке. Тут я, кстати, не помню, что у меня. Посылок на самом деле еще очень много идет с AliExpress, поэтому... Ага, все, я уже увидел, что здесь. Это перчатки. Перчатки, собственно, для работы со смартфоном. Ну, сейчас мы, собственно, попробуем, работают ли они или китайцы меня нагло обманули. Разблокируем, потому что потом отпечаток будет недоступен. Наверное, с размером я немножко прогадал на свою руку, но если будут малы мне, придется отдать жене. Я думаю, ей не помешают. Но пока мы испытываем саму суть, работают ли они или нет. Ну, кстати, как видите, прекрасно работает смартфон. В чем суть этих перчаток? Так в том, что вот здесь вот, в отличие от вот этой ткани,
Здесь, видите, здесь не проводит. И, ну, кстати, иногда проскакивает и здесь пролистывание. Но вот здесь вот проводящие какие-то нити, которые позволяют контактировать вашей коже с дисплеем вашего смартфона. Тем самым вот вы и руки держите в тепле, и можете пользоваться всеми функциями своего смартфона, так как в отличие от обычных перчаток, здесь это возможно, а в обычных перчатках вы просто не сможете нажать на сенсор так, чтобы он среагировал. В общем, все посылочки в какой-то мере очень полезны лично для меня. Если вам они тоже покажутся полезными, можете ставить лайки и написать в комментариях, что именно из всего показано вы считаете наиболее полезным. Или, может быть, у вас уже есть такие вещи. Буду рад, если вы поделитесь со мной в комментариях этим всем. Ссылочки, как я уже сказал, все оставлю в описании под данным видео. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забудьте поставить колокольчик, ведь впереди еще очень много интересных распаковок и обзоров, которые вы можете пропустить, если не подпишетесь на мой канал. С вами, как всегда, был Александр. До скорых встреч. Пока-пока.